меня спалил клубная система ферм. Так, ого, сколько людей, сколько каменных домов, столько всего всякого. Мы в воздухе. Так, что нам нужно сделать? Бежим в задание. Я опять вот еду на каком-то пухлом еноте. Выполняю задание. Сзади бежит мой имитатор. Мой новый страж, с помощью которого... Так, что? Так, просто доехать, что ли? Ну да, получается. Так, и катим дальше. Выполняем как можно больше заданий. Ну и получаем за это плюшки. При этом будем прокачивать по максимуму своего героя, своего стража. Так. Найти пьяницу. Так, странная пьяница. Что нам нужно дальше сделать? Так, ладно. Я почему-то ничего не понял. Так, почему у меня нет заданий? Или мне теперь их нужно искать самому ходить? Так, ладно. Так, задания. Задания здесь нет. Мне нужно выйти, значит, будет куда-нибудь. Поединки. Но можно нарваться на поединок. Так. Так, так, так. А сейчас как нам более подробно посчитать задание. Так. Ладно, сейчас мы разберемся. Так, как же можно просчитать? Сейчас мы в этой штуке подразберемся получше. Так. Угу. Так, это первое задание, чтобы достичь, что нужно. Там еще. Этих заданий. Откройте интерфейс королевства и один раз присоединитесь к поискам сокровища дракона. Так, сокровище дракона. Перейти. Значит, мы сейчас пойдем искать сокровище дракона. Я опять на этом пухлом хомячке. Точнее, енотике. Блин, ну, посмотрите, насколько мимишная и классная игра. Так, поединок. Требуется команда. Команда. Что, что, что? Заявка. Я так понимаю, чтобы идти на дракона, нужно собрать команду. Сейчас мы пойдем, но какое-то задание мы выполним. Так, будем прокачиваться. Так, что, что нам нужно сделать? Опять этот енотик. Так, итак. Это что у нас? Так, что это мне показывает? Ага, команда. А ну-ка, сокровище дракона попробовать еще раз. Попробуем сейчас сокровища, раз у меня, так понимаю, команда нарисовалась. Команда. Где моя команда? Вот она. Ну вот. Ну что-то мне не пускает. Так, таинственный свиток. Сейчас мы... проходим какие-нибудь задания. Так, идем. Ну блин, на самом деле очень красивый мир, приятно в игрушечку играть, в том плане, что
Блин, как-то ненавязчивый геймплей. Вот как-то, ну, приятно, что ли. Люблю такого плана игры. Так, что мне нужно сделать? Вы можете мне объяснить? Пока непонятно. Ну ладно, сейчас мы в любом случае что-то найдем. И вот мой имитатор сзади бежит. Мой новый страж. Так. Что ты мне расскажешь? Так, куда мы двигаемся? Нужно же пройти какие-то задания. Ну ничего, сейчас мы что-то придумаем. Ага, вот. И пошла заруба. В общем, мне нужно здесь плотно поработать с ребятишками. Скавчат. В общем, нормальная такая заруба у меня получилась. Немножко как раз прокачаем уровень. Так, есть такое дело. Там нарастает как грибы. Как понимаю, мне нужно с этой пообщаться. Так, есть. Так, подожди-ка. Вперед проходит. Царство снаряжения. Так, царство снаряжения. Погнали. Посмотрим, что там сложного. Если меня, конечно, опять пустят без команды, потому что они любят там заставлять играть меня командно. Неужели я пройду? Даже сам. Но мне как-то не... Опа. Есть такое дело, что мне нужно делать? Угу, вот оно, теперь я понял. Захватчика мне нужно развалить полностью захватчик. Кстати, у нас появилась функция, еще обратите внимание внизу экрана, это называется автобитва. Ну, нажмем ее, ну, получается, чувак будет вместо меня драться. Но мне это не нравится, я хочу сам поучаствовать непосредственно в баталиях, поэтому я играю именно сам. Не хочу автобитвами баловаться. Также неинтересно, правильно, ребят? Это, кстати, удобно, если ты на работе, например, и тебе хочется, чтобы тебя там прокачивался твой герой, можно использовать автобитву. Но если ты в домашних условиях, тогда... Я сейчас не понял. Ну, короче, меня кто-то превратил, это, походу, какой-то маг превратил только что в гриба. Я вот сейчас, смотрите, я вот сейчас под прицелом, он может меня в любой момент тогда превратить. Но я ему не дамся. Вообще не дамся. Вот и как бы и все. Или не все. Ладно, идем дальше. Сейчас будем прорываться. Ага, да, дальше нужно идти. Короче, тут еще больше этот бобер этот. Сколько у него той жизни? Вот посмотри на него. Дикарь с собой. Дикарь забрал с собой в лес. Да, вот он. Так, надо бежать, потому что он сейчас заклятие свое на меня еще на опять раз. О, все, я его завалил. Так, идем дальше. Мы, короче, должны развалить полностью всех захватчиков, и тогда нам, получается, задание засчитается. Не зря оно называется сложно, потому что здесь на самом деле... Немало этих мух, так сказать, которых мне нужно прибить. Я так понимаю, мы сейчас подбираемся к главной. Да, вот она. Тень катастрофы, которая может... Которая может мне присобачить хвост. Так. Сейчас мы сделаем магию и попробуем вот этим толстячком повалить. Опа. Вот, да, это победа, ребята.
Это победа. Я закончил это задание, так сказать, с звездочкой. И мне выпали штанишки 20 левела. Мы их заменяем прямо вот сейчас. Меняем. И плюс ко всему у меня добавилась обувь. Мы ее также меняем. Потому что она более прокачана. У меня были ботики 10 уровня, теперь будут 22. Теперь я буду пошустрее. Так, что мне показывает вот этот. Так, можно усилить чем-то. Так, что это такое? Интеллект персонажа. Навсегда повышает. У меня повысился интеллект. А если вот этому усилить? Ну, сюда повышает силу персонажа. Используем на 10. И нас добавляется еще сила. Так, фиолетовый шар дракона на выбор. Открывается на 7 уровне. Дает один из 5 следующих фиолетовых шаров дракона. Необязательный сундук сокровищ. Ну, понятно, что мне еще уровень нужно прокачаться. Вот эти штаны, что мы можем сделать? Мы можем что? Правильно, разобрать и получить за счет этого денежку. Камень усиления повышает вероятность. Это я вам показываю уже свою амуницию. Так, ребятушки, ну все, мы с геймплейчиком немного разобрались. В данный момент у меня 24 уровень.